Всем привет! Сегодня у нас на обзоре бензиновый триммер Champion T433-2. Этот мощный инструмент обещает стать вашим незаменимым помощником в саду, помогая справляться с самыми сложными задачами по уходу за участком. Прежде чем погрузиться в детали, рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. Поехали! Champion T433-2 выделяется среди других триммеров своим ярким золотым цветом и эргономичным дизайном. Этот бензиновый триммер весит всего 7,2 килограмма, что делает его достаточно легким для длительной работы без усталости. Его габариты составляют 100 на 19 на 20 сантиметров, что обеспечивает удобство хранения и транспортировки. Триммер оснащен U-образной велосипедной ручкой, что позволяет надежно контролировать устройство и легко маневрировать им. Триммер бензиновый Champion T433-2 – это одно из самых надежных и доступных устройств для работы с травой. Яркий дизайн радует глаз, а эргономика формы инструмента сводит нагрузку на оператора до минимума, делая работу комфортной и менее утомительной. Обязательно загляни в описание под видео, там я оставил для тебя ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который позволит тебе совершить покупку с максимальной выгодой. Модель оснащена мощным моторным воздушным охлаждением, работающим на смеси масла для двухтактных моторов и 92-го бензина. Большой топливный бак объемом 0,95 литров позволяет работать длительное время без необходимости частых дозаправок. Эргономичный и продуманный дизайн обеспечивает безопасность и удобство при использовании. Основные особенности. Нож и леска в комплекте помогут справиться с травой любой жесткости и густоты. Дополнительный топливный насос обеспечивает легкий запуск двигателя, особенно после длительного простоя. Разборная штанга удобна для транспортировки и хранения. Воздушное охлаждение двигателя продлевает срок службы устройства. Защитный кожух защищает от фрагментов скашиваемых растений. Champion T433-2 идеально подходит для обработки участков средней и большой площади. Двуручная рукоятка позволяет быстро выполнять большие объемы работы. Обслуживание устройства упрощено, свечи зажигания и воздушный фильтр можно снять без использования дополнительных инструментов. Теперь давайте разберем, что думают реальные пользователи о бензиновом триммере Champion T433-2. Сначала отрицательные. Замена лески вызывает сложности. Работает довольно шумно. Высокий расход топлива. Корпус выхлопной системы нагревается при длительном использовании. А теперь перейдем к положительным моментам. Быстро заводится. Хорошо подавляет вибрацию. Высокое качество материалов. Экономичный в работе. Подходит леска большого диаметра. Удобные и прочные ручки. Легко собирается. Обладает мощностью. Таким набором плюсов и минусов вы теперь сможете лучше оценить, подходит ли этот триммер именно вам. Вот и все на сегодня. Надеюсь, вам понравился наш обзор на бензиновый триммер Champion T433-2. Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим опытом, пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Ссылки на покупку этой модели вы найдете в описании. До новых встреч!